определение качества зерна, клейковины и исследование агрохимических свойств почвы. Ребята из 10 общеобразовательных учреждений Подмосковья приехали в школу «Квантум», чтобы сразиться на региональном чемпионате профессионального мастерства для юниоров. Участники продемонстрировали свои навыки в компетенции агрономии. В этом году география расширилась. К нам приехали ребята из 9 школ Московской области. И даже те, кто живет очень далеко от нас, например, Люберцы, Ступино, Нарофоминск, Руза. Мы очень рады, что такое количество ребят готовы приехать, посоревноваться, продемонстрировать свое мастерство. Юные агрономы на протяжении всего чемпионата выполняли задания в 6 модулях. Работа с цифровыми платформами в сельском хозяйстве стала одним из самых интересных направлений на соревнованиях. Работу участников оценивает компетентное жюри из числа экспертов-наставников, которые готовили ребят к этому конкурсу. На каждом модуле можно заработать определенное количество баллов. Наибольшее количество баллов на чемпионате набрала ученица школы «Квантум» София Рязанова. Теперь победительница регионального этапа конкурса в компетенции агрономия сможет принять участие в финале на всероссийских соревнованиях. Екатерина Крамер, телекомпания «Одинцова».